Лука, это два блеска. Сразу перейду к демонстрации. Смотрите, какой он необычный цвет, да? Голубой, с перламутром. Смотрите, как он выглядит при нанесении. То есть он практически прозрачный. Второй вот блеск, он прозрачный, белый, с желтыми вкраплениями. Дальше, чем же уникальны эти блески? Таких продуктов у нас еще не было замечательных. И уникальность pH-пигменты и перламутры для проявления эффективного цвета и ультраглянцевого блеска. Цвет на губах может отличаться от цвета, представленного в каталоге. Блеск реагирует на индивидуальный pH кожи. То есть, когда вы его наносите, и цвет будет у всех разный абсолютно. При соприкосновении с кожей окрашивает губки в оттенке розового в соответствии с уровнем вашего pH. То есть, смотрите, девчонки, что у меня получилось. Вот немножко. Оп, смотрите, какая красота. То есть, верхний это голубой, и нижний это розовый. На моей коже они проявились вот таким вот цветом. Бледно-розовый и поярче розовый. То есть он может быть еще ярче, в зависимости действительно от вашей кожи, от вашей химии. Смотрите, если вы перекусили, естественно, вы пока кушали вот так вот, немножко блеска сняли, что называется, но пигмент-то проявляется, и даже если вы покушали, вот эта красота остается на губках. То есть ваши губки всегда будут ухоженные, красивые и надолго сохранятся. Еще при солнечном свете очень красиво переливается. То есть на самом деле. Поэтому с удовольствием приобретайте, пробуйте новиночку. И после того, как откручиваете крышечку, идет невероятный аромат. Просто такой вот, я не знаю, конфетка, карамелька, что-то такое очень вкусное, что хочется скушать и просто вот вдыхать. Поэтому, девчонки, обращайте внимание на новиночки. Они очень красивые и нужные. Тем более такие...